muzică, rap, rock, pop sau clasică. Haideți să vedem ce ascultă tinerii din Moldova în drum spre studii, job sau când pur și simplu se odihnesc într-un parc. R&B, jazz, tot, funk, funk pop, pop rock, Red Hot Chili Peppers. Lăsați să fie Guns N' Roses și Candy Duffler. Acasă, în transport public, dar peste tot, pur și simplu peste tot, nu pot fără asta. K-pop muzică, корейская музыка называется. K-pop – это несколько жанров, несколько определенных жанров. В зависимости от настроения, я могу, начиная от рока слушать, заканчивая до классической музыки. Рэп, Eminem, что року, Аша Майра. Транспорт, Акасы, в тот каз они. Аша, ну, компании, песни. Русский рэп мы тоже слушаем, американский рэп, классику тоже любим. Все любим. Это есть реально классные исполнители рэпа, которые думают о чем поют. Мы же в каждом исполнителе находим себя, мы ищем свои проблемы, и в очень многих треках мы это находим, потому что сейчас подростковые проблемы между собой очень похожи. В парках дома слушаю, ну, везде слушаю, в троллейбусе. Это инструментал. Ну, хорошо, но компьютеризат. Ну, я слушаю рок, что-то вроде Нирваны, гранж, кантри. Рапа сколько? Рапа почему? Аша. Uneori. Eu sunt mai mult meloman. Dacă îmi place melodia, nu contează cine o cântă, ce gen, țară sau cine persoană. De obicei, muzica prevalează. Adică, de ce dispoziția mea? De exemplu, când ascult rap, adică mă simt în starea asta de melancolie, nostalgie, de toamnă, adică de asta și ascult acum așa ceva. Чаще всего слушаю рок. Я больше по старым группам, таких как Nirvana, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, то есть такие, которые считаются, скажем так, классикой рок.